il a son premier en bourse à Colossal, quand on a perdu la Coupe de А вот и первая пара, которая представляет хозяев. Очень близко друг от друга находились после короткой программы спортсмены из Соединенных Штатов Америки. Чуть меньше повезло Мэдлин Аарон и Максу Сэтлеру, которые не... Семья Ааронов очень спортивная в мире фигурного катания, и больше того,
Мейдалин далеко не самая известная представительница этого семейства, потому что есть еще Макс Аарон, который практикует, помимо одиночного фигурного катания, еще и очень рискованные темы для собственных программ, если мы вспомним костюмы сезона прошлого. Что же касается Мейдалин и Макса, то они исполнили в этой программе исключительную комбинацию из акселей 1.5 и 2.5 оборота, после чего зашли на серию вращений под кодовым названием «Не догнал». Именно так это смотрелось со стороны. Двойной аксель в комбинации из 2.5 и 2.5 оказался еще и недокрученным. Был бы пониженным, было бы 2 акселя в 1.5 оборота. Не каждому это под силу. Несмотря ни на что, американцы все-таки выступают на домашней земле. Поэтому они не только набирают больше 100 баллов первыми среди всех участников за свою произвольную программу, еще и достигают оценки 160. Они лидеры после первой группы участников.